А в отношении, кстати, Александра Вилкула, ну, кто бы вот говорил на самом деле о рейдерских захватах, как не вы? Мне вообще кажется, что вы бороду отрастили, чтобы вас на улице не побили, понимаете? Конкретизируйте. Конкретизируйте. Я готов по Донецкой области дать вам больше 100 предпринимателей там, где был отжат бизнес у донецких предпринимателей. Вашим же режимом, партией регионов, Виктором Януковичем. Поэтому побойтесь Бога, когда вы говорите о рейдерских атаках.